Всем привет, друзья! Вы много раз просили снять видео, как принимать спортивное питание. И в этом видео я расскажу вам, как употреблять гейнер. Сам я лично не употребляю ни протеины, ни гейнер. Уже где-то года 3, может быть 4. Но так как вы просили, я вам расскажу. Погнали! В отличие от протеина, гейнер — это белково-углеводная смесь. В протеине большинство, конечно, чистого белка. Но в гейнере мы имеем где-то 50-70% углеводов и где-то 15-30% белка. Но есть, конечно же, гейнеры, они дороже стоят, конечно же, и там где-то соотношение 60% углеводов и 40% белка, и есть даже 50/50. Гейнер принимают в двух случаях. Первый – это увеличить мышечную массу, а второй случай – это быстрее восстановиться после тренировок. Многие люди не могут полноценно питаться, у них не хватает времени, они работают, учатся. А для того, чтобы набирать массу, нужно постоянно кушать и очень много кушать углеводов, да, для того, чтобы масса росла. Вот, и для этого создан как раз гейнер. Он замещает там несколько приемов пищи в день. Во время покупки гейнера обращайте внимание на количество сахара. Чем его меньше, тем лучше. Где-то 15% я видел, это, то есть, минимум, да, вот этого сахара. Меньше не видел никогда. Вот. Есть, конечно, вообще без сахара, но это надо еще поискать. Если 15% сахара, это оптимальный вариант. И чем меньше сахара, тем лучше, потому что если содержание большое сахара в гейнере, то может пучить живот, и, естественно, это нехорошо, так же, как и от гороха, блин. Обращайте также внимание на количество белка. Чем меньше белка, тем больше вероятность, что вы будете набирать жир, а не мышцы. До 15% белка – это плохой гейнер, где-то 15-20% – это более-менее такой сойдет. Свыше 25% белка – это уже хороший гейнер. Чем меньше белка в гейнере и больше сахара, тем он дешевле. Но вы на это не ведитесь, потому что толку никакого хорошего не будет. Чем дороже гейнер, тем он полезнее и будет эффективнее приносить результат. Теперь рассмотрим, как его принимать вообще. Как и протеин, гейнер нужно пить каждый день. Это будет заменять несколько приемов пищи вам, да? В отличие от протеина, гейнер много пить опасно, потому что углеводы, они быстрее отлагаются в жир, ну, больше шансов отложиться в жир, чем у белка. И если вы будете пить гейнера больше, чем положено, то вы просто разжиреете. Многие спрашивают, как же употреблять гейнер, сколько его пить в день и так далее. Ребят, это все зависит от трех факторов. Первый фактор – это масса тела, второй фактор – это сколько у вас тренировок проходит, и третий фактор – это сколько вы кушаете в день вообще еды. Это три основные фактора, которые нужно учесть. Их, конечно, больше, но это самые важные. В интернете есть калькулятор суточной нормы гейнера. Я посчитал, и если считать, что мой вес 66 кг, я тренируюсь 3 раза в неделю и кушаю где-то 5 раз в день. То мне где-то нужно выпивать 80 грамм гейнера. А на самом деле этим калькуляторам всем очень сложно верить, потому что лучше, конечно же, составить свой рацион питания, включить туда вот эти все приемы гейнеров, белков, протеинов этих и так далее. И тогда у вас будет уже наглядная картинка, как вам это все кушать. Вы будете кушать просто, ну, по списку, да, то, что вам нужно есть, и вы не будете заморачиваться с этим. Гейнера можно размешивать в воде, в соке, в молоке, но никогда не размешивайте гейнер в горячей смеси какой-то, да, в горячей воде, потому что белок теряет свои свойства. Суточную норму гейнера можно разделить на 2 раза, если она превышает 100 грамм. Ну а можно, конечно же, 100 грамм выпить за раз. Если будете пить гейнер 2 раза в день, то лучше первую порцию гейнера выпить между завтраком и обедом, а вторую порцию сразу же после тренировки. Ну или после обеда, если тренировки нету. Ну а так, выводы. Когда вы покупаете гейнер, вы должны хорошенько ознакомиться с консистенцией этого гейнера. Чем меньше сахара, тем лучше, потому что есть гейнеры дешевые, где 50% сахара, и это очень плохо. Не пейте его больше нормы. Если вы считаете, что вы пьете его больше и быстрее наберете массу, то да, вы, конечно, наберете, но вы наберете в большей части жир, а не мышцы. Исключение, конечно, составляют те люди, которые вообще не могут набрать массу, те его могут пить пачками просто. Не покупайте дешевые гейнеры, потому что от жира избавиться будет гораздо сложнее. Вы потратите больше денег и больше времени. Ну а теперь прочитаю гейнеры, которые рекомендуются в интернете. Хорошие, дорогие гейнеры. Твой тренер, гейнер твоей мечты называется. 35% белка и 55% углеводов. Второй. On Pro Complex Gainer.
34% белка и 55% углеводов. Третий. Cytec Nutrition Volume Mass 35. 35% белка и 45% углеводов. Nutribolix следующий. Isogainer 2270 грамм там. 33% белка и 49% углеводов. Вот, эти 4 гейнера довольно хорошие, потому что там, ну, баланс, да, такой углеводов и белков идет довольно неплохой. Но эти дорогие гейнеры, а дешевые, я не знаю, смысла их покупать особого нет. А так, всем спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, вам это видео понравилось. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Увидимся в следующем выпуске. Пока!